добрый день! Сегодня мы с вами смотрим мастер-класс «Самолетик для дедушки». Что нам для этого понадобится? Делаем заранее заготовки из картона. Вот что нам понадобится. Начинаем! Для начала обклеиваем наш спичечный коробочек. Для этого нужен нам клей. Обклеиваем мы его с разных сторон. У нас есть такая полосочка из цветной бумаги 13 на 3. Это все мы делаем заранее, чтобы у нас это было все под рукой. Коробочек обклеиваем вот так у нас получается. Вот такой у нас коробочек получается обклеенный. Но у нас с вами получается остались вот эти стороны. Для этого мы тоже берем вот такие вот полосочки 3 на 4,5. Эти полосочки мы тоже намазываем клеем и тоже обклеиваем нашу часть. Вот такой у нас коробочек с вами получился, да? Вот такой коробочек у нас с вами получается. После этого мы с вами делаем хвостовую часть. Для этого нам нужно вот такие вот полосочки вырезать из картона. Полосочки у нас 16 сантиметров, да? Эти полосочки мы с вами будем делать вот так. Намазываем клей на спичечный коробок. И вот так вот у нас оно прикладывается. Видите, как у нас будет. Также делаем мы с другой стороны. Также у нас будет с другой стороны. Такая вот у нас структура получается. Видите? Хвостик мы с этой стороны мы промазываем клеем. Получается у нас вот такая штучка. Так, для следующее мы делаем хвостовую часть. У нас уже с вами такие вот заготовочки. 2,5 на 5, да? Вот эти заготовки мы берем и тоже намазываем все и прикрепляем к хвостовой части самолета. У нас, ребята, должна получиться вот такая вот заготовочка. Все ровненько делаем, чтобы у нас было все ровненько. Видите? У нас вот здесь вот еще немножко неровно, но мы сейчас с вами немножко поделаем ножницами. Вот. Вот у нас с вами вот такая вот получилась штучка. Дальше у нас с вами вот такая длиной 1 сантиметр, да, 11 сантиметров, видите? Вот такую вот штучку мы с вами берем. И просто вот здесь вот мы перегибаем наши, вот у нас, видите, то на что должно получиться. Потом мы смазываем наши вот эти части картона и приклеиваем вот на это место
Видите? Вот. Вот что у нас получается. Следующий этап у нас идут крылья. Крылья. Для крыльев мы подготовили с вами вот такая заготовочка. 19,5 на 4 сантиметра. Мы их подготовили две штуки. Но когда мы подготавливали, мы, видите, как округлили у нас, как бы получается, крылья будут полукруглые. Также берем нашу заготовку, наш спичечный коробок и намазываем его весь со всех сторон. Вот что у нас получается. Делаем мы ровненько, ровненько. Видите? Вот у нас с вами что-то получается. С другой стороны, у нас еще одна с вами осталась заготовочка. С другой стороны мы также делаем то же самое. Мы намазываем коробочек наш коробочек. И также мы приклеиваем с другой стороны, чтобы у нас все было тик-ток, да? Как говорится. Вот, видите, вот такой самолетик. Можете крылья приклеивать, можете не приклеивать. Что для нашего самолетика еще не хватает, ребята? Нам не хватает еще пропеллера. Мы взяли с вами из цветной бумажки и вырезали вот такой пропеллерчик. Тоже мы его намазываем, да? Часть нашу. И приклеиваем вот сюда, где наш с вами спичечный коробочек. Вот. Вот наш пропеллерчик. Что мы еще хотим сделать с георгиевской ленточкой? Мы хотим с вами украсить наш самолетик. Также мы можем с вами сюда сделать и звезду, и что угодно. Даже можете сами что-то нарисовать на этом самолетике. Можете нарисовать подарок деду. Вот такие вот у нас с вами самолетики получились. Спасибо всем!